Здорово, друзья! Сегодня у нас обзор рамы TSB Sokol 26, дёртовая рама, первая, единственная, серийная, хромолибденовая рама, сделанная в России. Про модель Ивана Макушева найти вы ее можете по ссылке в описании в магазине sports.ru. А мы начинаем наш обзор! Тра-та-та-та-та! Это очень серьезное изделие для серьезных пацанов. Ну, вообще, не только для серьезных пацанов, но она рассчитана на предельные нагрузки. Вместе с Ваней Макушевым мы ее создавали. Еще мы вместе с Ваней Макушевым катаемся за Invok. У Invok новая упаковка, новый формат 0.45. Для тех, кто любит растянуть удовольствие на подольше. Изначально мы с Ваньком познакомились в Инсте и долго переписывались туда-сюда, не могли решить, подойдут ли для него какие-то наши рамы. Я сразу понял, что чел перспективный. Достаточно было просто посмотреть на то, как он катает. Я даже не знал про его флотлендерский бэкграунд. Не знал, что он занимал места даже на чемпионате мира по тому же флету, что он катался на прорыве и так далее. Ну, я просто увидел его катание, я обалдел. И плюс он социально активен, в интернете активен. То есть те, кто постоянно спрашивают, как попасть там в команду и так далее. Давно смотрю ваши подкасты. Все очень нравится, но есть один нюанс. Почему вы зовете каких-то ноунеймов? Я хочу начать этот подкаст с предъявы. Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Я видел самые лучшие изделия самых лучших фабрик, я знаю, что мы делаем лучше. Налейте мне чего-нибудь жгучего. Меня все бесят, я сам себя бешу, и просмотры не такие, как хотелось бы. Монтажерами становятся те, кто не хотят работать. И у меня была хроническая депрессия, я начал бухать. Я турбоскуф. Я беру бару и бегу. Бизнес в 99% случаев — это боль. Я не буду это монтировать, потому что это мрак. Блоумайнинг. Майндблоуинг. Просят за это очень много денег и делают отвратительное. Мы оба с тобой. Мы же быдло. Быдло, ебойски. Ну, мне не нравился ни один проект, который я делаю. Мне хотелось, чтобы меня кто-то спас. Микрозаймов набрал, чтобы за съемки платить. Ну, ребят, золотой рецепт простой. Помимо трюков, важна медийка и регулярность вашей активности в соцсетях. Тогда с вами интересно работать. Потому что если у вас 500 фолловеров, скорее всего, вам будет сложно что-то продвигать. А спонсору надо, чтобы железо, которое он вам дал, отбивалось. И не только отбивалось, но и выходило в плюс. Понятное дело, что спонсор для себя железо берет там по закупочной цене, грубо говоря, но в любом случае это затраты, затраты должны отбиваться, и это все должно приносить эффект. А уж если говорить о промодели, то промодели делают только с чуваками, у которых есть действительно звездный потенциал. Вот у Вани такой потенциал был, это было очевидно. Мы перебирали наши геометрии, PSD 24-26 такая, которая у нас длинная, она не подходила, потому что у нее плюсовая каретка с амортизационной вилкой. Ultimate 26 у нас нет такой рамы, да, она тоже бы не подошла, потому что, опять же, мягкая вилка, каретка бы задралась. Те, кто Ultimate на мягких собирают, у них все задирается. И что еще у нас было? Crew 26, ну, точно мимо. Поэтому было решено рисовать раму. Наибольшие успехи Ваня делал на Spespa Slope. Мы стали анализировать, в чем там дело. В тот момент, когда мы с ним общались на эту тему, он катался на Dartmoor 26-м плеере, и она ему очень не нравилась, и моя задача была проанализировать геометрию этих двух рам, понять, что у него не получается и почему. Ваня сам посмотрел, какие геометрии у каких прорайдеров и так далее. Мы пришли к выводу, что люди ни черта не понимают, зачем они делают рамы и каким образом они разрабатывают геометрию. Ну, то есть они ее не разрабатывают, такое чувство, когда у рамы там угол подсидело 70 или 71, и рама очень длинная. И видно, что для человека она длинная, но человек круто катается, потому что он умеет кататься. Это как бы не про модель. Это просто модель бренда, которую представляет райдер. А наша задача была сделать именно про модель, которая позволила бы Ване кататься лучше, чем он мог кататься на Пэслоупе и на Дартмуре. Соответственно, мы проанализировали еще один парадокс, что некоторые райдеры, профессионалы, высокие, выбирают рамы с коротким рич, параметром рич, и даже некоторые, вот ZNS катается чел, который катается не на Decade, а катается на Movimentum, на раме с комплита, потому что она короче. Видимо, у него нет жестких условий, чтобы катать именно на Decade, и поэтому он может себе с комплита поставить раму из-за геометрии. Это все к тому, что длинные паровозные рамы, на которые я ругался, они с повестки дня-то не снимаются. Я по-прежнему считаю, что эта идея не работает, и она не работает нигде, по моему мнению, и по мнению Вани Макушева. Ни на памп-треке, ни в дёрте. А на памп-треке я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем
кататься на больших длинных велосипедах. Нужны большие длинные памп-треки, близкие по геометрии к BMX рейс-трассам. И то, если вы посмотрите, на чем гоняют BMX-рейсеры, то это рамы с рулевыми 74, низкие, с высокими каретками. Ну, высокие каретки у них, потому что у них огромные звезды. Об этом я уже тоже как-то говорил в видосе про рейсовый BMX. В общем, подискутируем на эту тему попозже. Давно эта идея витает в воздухе, и можно с профессионалами и чемпионами это все обсудить. Что касается геометрии сокола. Ване нужен был 76 угол подседела, потому что квадротрак делается гораздо лучше на этом угле. Рич был выбран 407, потому что с его ростом под 190 это было адекватное значение, с которым можно было делать корк 720, с которым можно было делать большое количество вращений и кручений и так далее. В общем, оно стабильное, оно верткое. Угол рулевой 69,5. И Ванек говорит, что двойной вип на таком угле делается лучше, чем на 69 или на 70. Тут я даже не могу ничего прокомментировать, потому что такой уровень катания для меня недостижим. И, скорее всего, в этой жизни уже не будет достижим. Надо посмотреть правде в глаза. Далее, жопа 375-380 ему была нужна. Ну, стендовер вы сами видите какой. Каретка минус 20. Вот, собственно, я вам всю геометрию, кстати, озвучил. И эта штука отлично работает. Ваня катался и на больших пролетах, на средних, на маленьких. И с этим у него как бы все получилось. Он после выхода первого прототипа перед серией ничего не стал менять в геометрии. Почему он перестал кататься на зеленой раме? Потому что, когда мы ее делали, мы сделали слишком короткую жопу. И у него колесо стояло прямо на кончиках. А еще Ванек приземлил двойной бэкфлип носом в землю. И у него вспучивал лак у косынки и по перемычке. Раму с двойного флипа носом в фанбокс не погнуло. Ничего с ней такого не случилось, но потенциально лак треснул, возможно, там трещины. Мы не стали рисковать, сделали ему красную раму, на которой он до сих пор катает. Притом красная рама уже год в строю, а Ваня весь год активно гоняет. Весь год бенгеры, весь год перелеты в плашку. Ну, типа, просто мясо какое-то, и с ней все окей, лак поотлетал. Мы уже там трещины искали, ковыряли ее всю и не нашли. То есть я ему уже отправил новую раму, вот с таким стаканом, а у него там неинтегрированный конус. Тут ZS44, то есть верхняя чашка, она внутрь вставляется, нижняя, она торчит, если вы под конический шток собираете. А у него такой более изящный, более легкий, но верхняя чашка торчит и нижняя чашка торчит. В общем, у него все работает. Кстати говоря, овал стакана на той раме, на второй и на первой, был больше 1,5 миллиметра. И это не помешало человеку делать квадротрак там и так далее. Это я к тому, что нижняя чашка настолько все распрямляет, нормально встает, все работает. Ну, это как бы о том, что кто-то катает, а кто-то штангенциркулем по рамам ходит и не тем занимается. В общем, мы к этим рамам вам можем предложить рулевые колонки, и вы вообще не будете ни с чем париться, вот, но пока рамы продаются голыми. Вот. Также можем вам подсказать, какую рулевую лучше всего для нее купить. По железу. Здесь тройной кастом батинг, верхняя и нижняя труба, перемычка, нет косынки, потому что мы от них отказались. Я не уверен, что для прочности этой рамы даже вот эта штука нужна, но она настолько круто выглядит, в моем мире. Можете написать, насколько она круто выглядит в вашем мире. Может быть, второе поколение серийного сокола выйдет без нее. Но мне кажется, что отказываться от нее точно не надо. У нее дважды батированный подседел, внешний батинг, подкова снизу. Что касается шатунов. Ванек не сторонник BMX шатунов, в отличие от меня. Собрал он их на МТБшной алюминиевой системе. 30, по-моему, зубов или 32. Ну, короче, большая у него сковорода спереди. Он уже не раз и не два ломал эти звезды. Сейчас у него вообще там блин сплошной от нейтрино. Почему так получается? Потому что МТБшники крейзи, чуваки, я лично считаю. Да, выигрывается там 200 грамм на шатунах, может быть даже 300, если о карбоне речь, или столько же там 200-300, если о титане говорить. Но у вас только правосторонняя система. Почти все катаются без тормоза. Ваня весь сезон брейклес гоняет. И типа... У него правая нога впереди, то есть все его тейлвипы, в том числе двойные, они останавливаются под сидел, но бывает, они останавливаются об звезду. Какие ощущения при этом испытывает нога, во что превращается обувь, и какую нагрузку испытывает огромная сковорода, неважно на каком количестве она бонок там стоит. Она алюминиевая, она тонкая, она не рассчитана на такие приколы.
И я, ну, не устаю просто смеяться над МТБшниками. Извините, я буду смеяться над вами, над мини-барабанами вашими, над тем, что вы не подбираете соотношение, там, играя с передней, например, 28-й звездой и сзади там, с 9-й, с 8-й. А у вас мини-барабан 11-12, там, я не знаю, 10, спереди 30. Что это вообще такое? Зачем это все надо? Я не понимаю. Ну и я, вес, да, типа все. Вот все аргументы, короче, это типа вес, да. Вес на центральной части велосипеда, которая находится снизу. Я, если честно, абсолютно вот не уверен в том, что этот вес работает так, что вы его прям чувствуете. Если мы говорим о колесе, о задней части рамы, если мы говорим о вилке, которая вращается, о руле, который крутится, да, абсолютно точно это важно. Но что находится вот здесь, можете профессионалу написать свое мнение в комментариях, ну, реально попробовать сравнить, кто-нибудь вообще пробовал выехать на велосипеде с шатунами на стандартном вашем весе, там, не знаю, 600 грамм МТБшный, и выехать на BMX-шатунах, там, 750-800 грамм. Будет ли разница? Вот реально, можно ли ее ощутить, делая все ваши трюки? А проблема вот с этими сковородами, отсутствием ЛХД и все остальное прочее, в общем, вам мучиться, ребята, это не мои проблемы, страдайте как хотите, но я буду смотреть на это, на все с улыбкой. Резьбовая каретка BSA-73, 135 на 10 задняя втулка, дисковый тормоз. Ну, дропауты позволяют большой диапазон настройки себе позволить. Если надо подлиннее, если надо покороче, вообще вариантов у вас тут целая куча. Стандартный наш мостик, проводка заднего тормоза снизу пера, чтобы ногой не биться. Два ложемента для проводки вот в этой части рамы под верхней трубой. Цвета красный лак, черный и прозрачный лак. Интегрированный подседельный зажим. Собственно, практически все, что можно было сказать об этой раме. У нас из топовых про пока на ней катается вот только Ванек. Больше ни с кем мы не общались на эту тему. Кстати говоря, если вы сильный дертовый прорайдер, можете нам написать. Мы рассмотрим какие-то варианты взаимодействия. Если у вас есть вот все то, о чем я говорил в начале ролика. С такой же геометрией у нас выходит комплит Falcon 26 в следующем году на воздушной вилке, там со всеми приколами, он будет алюминиевый. Соответственно, не такой прочный, и на алюминиевом комплите на раме, естественно, не будет пожизненной гарантии на трещины, которые есть на этой раме. Ну, типа, никто будет тысячу раз об этом говорить, не продаст вам дертовую раму топового сегмента с лайфтаймом на трещины. Никто. А Ваня Макушев до сих пор не сломал раму, на которую он валит уже целый год. Поэтому я однозначно могу гордиться этим изделием, гордиться Ваней Макушевым с помощью его упорства, его невероятного сильного катания, индивидуального, интересного. Мы сделали железку, по сути, первую дертовую российскую раму, сделанную в России, потому что есть дертовые рамы российских брендов, но сделанных в России нету ни одной. Найти ее можно по ссылке в описании, magazinesports.ru. Благодарю за внимание, друзья. С вами был Антоха. Хорошего вам сезона закрытого паркового катания. Отличное, кстати, приобретение для того, чтобы в парке зимой в поролон, в резиночку отточить навыки, а потом перетащить их в новом сезоне на свои любимые споты. Пока!